82-ю годовщину Дня гражданской обороны отметили в региональном управлении МЧС. На торжественное мероприятие пришли и ветераны гражданской обороны. Награды и звания получили наиболее отличившиеся сотрудники саратовского МЧС. В нашем регионе отсчет системы ГО начинается с 1932 года, когда состоялось первое опытное воздушно-химическое учение. В 2001 году Комитет по делам ГО и ЧС был преобразован в министерство, а с 2002 года Государственная противопожарная служба вошла в состав МЧС Саратовской области. Мы чтим свои праздники. Это и День гражданской обороны, и День спасателей, и День пожарной охраны. Они по достоинству прописаны в нашей истории, не только, наверное, былыми своими какими-то действиями и подвигами, но и даже кровью.